Всем привет! Сегодня мы поговорим про эксплуатируемые кровли. Вот наш очередной объект. Это 11 этаж жилого дома. Здесь мы сделали гидроизоляцию. И теперь монтируем террасу из термодоски, термоясеня. Ребята выложили регулируемые опоры, установили лаги. В некоторых местах мы будем поднимать, делать скамейки. Потом будем декорировать пояс. Получится красивая терраса для вечернего отдыха. Почему мы используем алюминиевые лаги в наших проектах? Во-первых, солнце. Если использовать лаги ДПК, они расширяются во все стороны от нагрева. Поэтому наиболее стабильный материал – это алюминий. А так как гидроизоляция должна быть цельная, поэтому используются регулируемые опоры, на этом объекте мы используем доску из термоясеня. Опять же, термированный материал – это наиболее стабильный материал. Он не боится ни воды, ни солнца. Коэффициент усушки у него минимальный и расширение, поэтому на долгие годы никаких проблем с ним не возникнет. Еще пару слов вам хочу сказать про крепежи, которые мы используем. Во-первых, мы используем крепеж пластиковый, и на алюминиевую лагу мы укладываем EPDM-ленту. Для чего? Для того, чтобы в мороз при соприкосновении крепежа и алюминия бывает небольшой звон. Лента как раз служит для того, чтобы этого звона избежать. Ну и плюс ко всему, лага не блестит в зазорах. Сам по себе крепеж, он темно-коричневый, достаточно прочный, толстый. Он тоже не блестит. Для чего мы используем пластиковый крепеж на этом объекте? Потому что при укладке металлического крепежа он рвет ленту. А пластиковый отлично подходит для этого. Сохраняет целости и подаем ленту. Опоры, которые мы используем, они состоят из нескольких частей. То есть это площадка, увеличитель высоты, если он требуется, сама стойка и к ней площадка. Конструкция площадки сделана таким образом, чтобы корректировать уклон до 5 градусов. То есть получается, что это опора с автоматическим корректором угла. Если вам так не нужна такая высота, вы можете убрать увеличитель. И, собственно, размер опоры всегда подбирается под проект. Как вы видите, с помощью увеличителей высоту можно собрать любую. Если вдруг у вас под палубой проходят какие-то коммуникации, это как раз вариант, то, что нужно.